Сегодня вы заступаете последний раз в пограничный наряд. Поздравляю вас с успешным окончанием службы. Желаю успехов в дальнейшей жизни. Приказываю выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических Республик. Есть. Выступить на охрану границы Союза Советских Социалистических Республик. Последний наряд. Позади 2 года службы на советско-китайской границе. Здесь механизатор из уральского села Дерябино, комсомолец Василий Дерябин, стал коммунистом, классным специалистом, кавалером знаков «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й степеней. Застава, на которой служил Василий, одна из старейших в округе. Здесь впервые вышел на дозорную тропу и задержал первого нарушителя, легендарный Никита Карацупа. Сегодня в руках пограничников самое современное оружие и техника, самые совершенные средства наблюдения. Но живы и сильны традиции, установленные первыми советскими пограничниками. Верность воинскому долгу, высокая бдительность, неустанное стремление к боевому мастерству и совершенству, чувство товарищества и взаимовыручки, железная дисциплина. 11-й год носит застава звание «Отличный». По всем видам службы, боевой и политической подготовки, застава занимает 1-е место в Краснознаменном Дальневосточном пограничном округе. Последний раз замерли в строю увольняемые в запас пограничники. Завтра их ждут большие дела страны, а сейчас торжественная минута прощания со знаменем. С чувством исполненного долга уходят в запас эти парни, зная, что так же отлично будут служить на границе те, кто пришел им на смену.